Одна из последних новинок фирмы Tamiya, Япония, Lockheed Martin F-16 CJ Block 50, истребитель серии Warbird Collection. Такое снижение на коробке. По восторженным отзывам, которые я уже почитал в интернете, на западных сайтах, видел обзоры, модель всем очень понравилась. Признана лучшей моделью этого истребителя на сегодняшний день в 72-м масштабе. На самом деле достоинств очень много модели, но вы сами про них почитайте, если захотите. Вот видите, специально сделан ледник так, с прозрачной деталью, чтобы уберечь от повреждений ее. Видите, большое количество технических надписей. Ну и две инструкции. Одна, соответственно, на японском, другая на английском. На японском смотреть не будем с вами, потому что по-японски не понимаем, к сожалению. Содержимое как-то одинаково. Нет, смотрите-ка, я вас обманул. Это не инструкция на японском языке. Это рассказ о F-16 и аж с модификациями совсем. И про вооружение. Жалко, что... вот смотрите, а с этой стороны на английском. Очень даже интересно. Полезно. Вот это был обзор содержимого из коробки F-16 CJ Block 50, 72 масштаб. По состоянию на 2014 год это самая правильная и самая точная модель самолета F-16 в 72 масштабе. Представитель фирмы Tamiya, артикул 60786.